Снимать фильм – дело очень тяжелое и трудоемкое, поэтому если вы кинорежиссер и намерены снять новый шедевр, вам следует продумать все мелочи, которые могли бы сделать съемочный процесс для вас и вашей команды хоть немного комфортнее. Но самое главное, не забудьте заранее выяснить, какой характер у ваших ведущих актеров. Звезда со скверным нравом может испортить настроение всем, а ведь здоровая и дружеская обстановка в коллективе имеет очень большое значение для продуктивной работы. Вы смотрите «Топ самое-самое» – актеры и актрисы Голливуда, которых терпеть не могут их коллеги. Поехали! Кэтрин Хайгл. Красавица-блондинка Кэтрин выглядит сущим ангелом, но не обманывайтесь. Все ее бывшие коллеги в один голос жалуются на ее привычку постоянно критиковать чужую работу. Начиная от ассистента режиссера и заканчивая собственными партнерами по съемкам. Причем в очень непечатных выражениях. Однажды эта привычка даже вышла ей боком. Режиссер сериала «Анатомия страсти» не смог больше выносить постоянных придирок и уволил ее прямо в разгар производства. Но, говорят, Кэтрин так и не сделала из этого случая полезных выводов. Кристиан Бейл. В целом, Кристиан, по словам коллег и друзей, само совершенство. Но вот одна черта его характера совершенно выводит людей из себя. Актер – большой идеалист, что само по себе весьма похвально. Но при этом он страдает вспышками гнева, которые, как можно догадаться, регулярно вызываются чьей-нибудь неидеальностью. К примеру, однажды он прочитал двум девочкам, подошедшим к нему в ресторане за автографом, такую грозную лекцию о правилах приличия, что довел их до слез. Шайа Лабаф. Шайа талантлив и оригинален не только в кино, но и в повседневной жизни. Он категорически не согласен с общепринятыми нормами поведения и, как следствие, постоянно попадает в разные переделки с участием полиции. Но актеры не чужды чувства юмора и способность признавать ошибки. После большого скандала из-за одной потасовки, которую он затеял с охранником магазина, Шайа появился на светском мероприятии с бумажным пакетом на голове. На этом пакете он написал «Я больше не знаменитость». Стивен Сигал. Стивен еще в самом начале своей актерской карьеры удивил коллег, рассказывая им совершенно невероятные истории из своей жизни, которые впоследствии оказались неправдой. И до сих пор все жалуются на тот факт, что в разговоре со Стивеном совершенно не знаешь, чему верить. Актер постоянно выдумывает себе новые приключения и факты биографии, и с каждым годом они становятся все более фантастичными. А попробуй сказать самому Стивену Сигалу, что он врет, не поздоровится. Шэрон Стоун. У Шэрон такой известный характер, что когда актеры, уже утвержденные на какую-либо роль, узнают, что им придется работать с ней, они сразу же отказываются от контракта. Как говорят ее знакомые и друзья, актрисе слишком уж нравится быть звездой. Да, нельзя не согласиться, что она заслужила признание своей самоотверженной работой, но ведь это не повод, чтобы относиться к окружающим с презрением. Эдвард Нортон. Интеллигентный Эдвард не может похвастать взрывным или плохим характером, но и он сумел вывести себя почти всех своих напарников по съемкам. Дело в том, что Эдвард большой зануда и стремится контролировать, чтобы на съемочной площадке делалось правильно абсолютно все – от актерской игры до приготовления кофе. Конечно, это хорошо, что он настолько всерьез принимает свою работу, но иногда он доходит до крайности, задерживая команду до глубокой ночи и не отпуская людей даже в туалет или перекусить. Гвинет Пэлтроу. Аристократка Гвинет раздражает всех своих коллег неимоверной заносчивостью, относясь к окружающим как к холопам и обзывая всех их грязными разносчиками бацилл. Такое отношение актрисы к коллегам создает на площадке очень напряженную обстановку. А на съемках «Железного человека 2» она сильно обидела Скарлетт Йоханссон, упорно не замечая ее и делая вид, что ее вообще не существует. Энн Хэтэуэй. Милашку Энн коллеги и знакомые просто обожают до тех пор, пока им не выпадает удача вместе посетить ресторан или кафе. Об актрисе рассказывают, что она постоянно придирается к еде, требуя, к примеру, чтобы суп был подогрет ровно до 21 градуса.
или чтобы мясо было строго определенного цвета. Поэтому расслабиться и просто вкусно покушать в ее компании почти невозможно. Поговаривают, что однажды, ужиная со своим партнером по фильму Робертом Де Ниро, она 4 раза возвращала на кухню яйца, которые были сварены не совсем так, как ей хотелось. Дженнифер Лопес. Дженнифер слывет в Голливуде профессионалом, который не позволяет эмоциям и вредным привычкам мешать работе. Но есть и у нее черта, которая бесит всех продюсеров. Дженнифер не может обходиться без своего персонала и всегда на все съемки таскает за собой ораву стилистов, гримеров, массажистов в количестве минимум 60 человек. Профессия продюсера и так нелегка, и когда на него сваливается необходимость разместить и накормить 60 голодных ртов, трудно ему не сочувствовать. Поэтому некоторые из них в целях экономии предпочитают вообще не приглашать Лопес на съемки. Вы смотрели топ самое-самое актеры и актрисы Голливуда, которых терпеть не могут их коллеги.